про Audi машину пела вся семья. А у Зидлерской тачкой Audi была. Но вот всех русаков, наверное, спутал бес. А у Зидлерской тачкой стал черный Мерседес. Модель какая лучше, Ешка или Цешка? Дискуссии ведутся, покоя просто нет. А мне вчера сказала жена моя с усмешкой, что мы машину купим покруче, чем сосед. Мерседес, эй ты, куда полез? Но разве ты не видишь, что тут едет Мерседес? За рулем, круто мы живем. Эй, садись, девчонки, до дома довезем. Эй, садись, девчонки, до дома довезем. Полгода покатались, и что-то вдруг не так. Такой, как наша тачка, куда ни глянь, русак. И шварцевать на Даймлер иду я, верь, не верь. Ведь денег не хватает на новую модель. Мерседес, эй ты, куда полез? Но разве ты не видишь, что тут едет Мерседес? За рулем, круто мы живем. Эй, садись, девчонки, до дома довезем. Эй, садись, девчонки, до дома довезем. Прошло 4 года, а может быть и 5. И новые проблемы вдруг стали возникать. Жена кричит, Мерседес не модным стал уже. Давай-ка, милый, купим мы новенький Порше. Мерседес, эй ты, куда полез? Но разве ты не видишь, что тут едет Мерседес? За рулем, круто мы живем. Эй, садись, девчонки, до дома довезем. Мерседес, эй ты, куда полез? Но разве ты не видишь, что тут едет Мерседес? За рулем, круто мы живем. Эй, садись, девчонки, до дома довезем. Эй, садись, девчонки, до дома довезем.